Итак, в самом начале этого видеокурса, когда мы создавали вот этот самый файл index.html, я вам показывал сниппет, помните, да? Вводили HTML, нажимали Tab, и там появлялась какая-то надпись. Затем мы просто вводили восклицательные знаки, появлялась надпись, когда мы установили плагин Asset, по-моему. Теперь же вопрос о том, как создать собственный сниппет. То есть очень часто нам надо, ну вот мы используем обычно какие-то одинаковые куски кода, чтобы их заново каждый раз не писать, либо не искать, откуда их скопировать. Для этого служат сниппеты. Давайте, например, мы сделаем свою заготовку для начальной страницы. Допустим, что надо нам? Обычно это мета charset UTF-8, само собой. Затем, это описание сайта, ключевые слова. Ну, я тут, конечно, не все теги взял, но основные как бы есть. Также ссылочка на иконку. Давайте мы тут пропишем вот иконку. Так. И ссылочка на подключение какого-нибудь скрипта, того же самого jQuery. Ну и, конечно, ссылка на стиль остается. Ну и еще это, так сказать, хак, чтобы браузеры младше, точнее, ну, которые меньше, чем 9-й Internet Explorer, понимали HTML5. Так, вот так вот. Итак, в принципе, вот обычное тело. Можно еще сюда что добавить. Это, допустим, div.main. То есть я обычно все начинаю в классе main. Так, ой, не туда. Tab нажимаем. И уже в нем пишу. То есть вот такая простенькая начальная заготовка. И теперь мы с нее сделаем сниппет, который сможем использовать. Итак, давайте мы зайдем в Tools и выберем New Snippet. Видим, да? Здесь, обратите внимание, название сниппета, оно вводится вот в эту строчку, номер 3. Точнее, содержимое его. И давайте мы это все выделим и вставим вот это сюда. Так, отлично. И вот здесь в строке Hello, видим, то есть закомментированная строка у нас тут появляется. Вот здесь мы вводим название сниппета, по которому он будет активироваться. Давайте напишем myHTML5. И теперь нам надо этот сниппет сохранить. Сохраняем его. Обзываем точно так же, то есть автоматически вас сохранит вот в этот самый путь myHTML5. И жмем сохранить. Все. Теперь давайте мы отсюда все поудаляем и напишем myHTML5. Нажмем Tab. И вот, пожалуйста, сработал наш код. И таким образом вы можете сохранять те куски кода, которые вы очень часто используете, чтобы их не писать заново. Согласитесь, это намного ускорит вашу работу.